Уважаемые дамы и господа, начинается церемония подписания документов по итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. 尊敬的女士们、先生们，俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京和中华人民共和国主席习近平会谈结束后，亲自稳定仪式现在开始。 Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписывают совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, и совместное заявление президента Российской Федерации и председателя Китайской Народной Республики о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. 俄罗斯联邦总统普京和中华人民共和国主席习近平签署《俄罗斯联邦和中华人民共和国关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，以及《俄罗斯联邦总统和中华人民共和国主席关于2030年前》。 В рамках государственного визита председателя Китайской Народной Республики в Россию также подписан ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных документов о развитии российско-китайского сотрудничества в различных сферах. 双方还签署了一系列政府间。